Снос арских казарм стал результатом недоработки всех ответственных служб, так считает Рустам Миниханов. Они еще на начальном этапе не смогли заострить внимание на этом вопросе и должным образом организовать общественные слушания. Позицию президента сегодня озвучили в Кремле. Напомним, снесенные здания в Октябрьском городке были построены в начале 20 века. По документам, казармы хотя и не являлись памятником, но считались символами дореволюционной архитектуры Казани. Позиция президента Республики Татарстан сводится к тому, что при решении подобного вопроса, безусловно, ни в коем случае нельзя относиться к нему формально. Это все ответственные службы, которые должны были принимать участие в решении этого вопроса, в части того, что еще когда только этот вопрос зарождался, они должны были организовать общественное обсуждение широчайшее для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу. И по убеждению президента, к сожалению, должным образом эта работа не была организована. Но, к сожалению, произошло то, что произошло, и, наверное, это тот такой тяжелый урок, который на будущее будет учтен в организации подобной работы.